З надыходам зімы ў спісе паслуг сацыяльных работнікаў з'явіўся новы радок – ачыстка дваравых тэрыторый ад снегу. Часцей за ўсё за дапамогай да службаў звяртаюцца адзінокія састарэлыя ці тыя людзі, чыя родныя жывуць далёка і не могуць клапаціцца аб іх штодня. Некалькі гадзін з жыцця звычайнага сацыяльнага работніка трапілі ў аб'ектыў нашай здымачнай групы. Свою социальную службу у Могилевском районе Рыма Ламкова начала 12 год тому. Былому гандляру до нового формату пришлось прозвичаиться. Але попереднее знакомство с мясцовыми жихарами было до речи. Ее познавали, чакали, замауляли менавіта яе. Даже на очереди стояла. Не было. Вот освободилась, и я сказала, оформляй нас двоих. Даже она не работала, и то приходила, мне воду носила, пособляла огород. Ускапывать все. Даже помогала она. Она у меня даже не работала. Даже я хочу сказать, и ничего не делавши, хоть прийти поговорить, и то большое дело. За Рымой Валянціновнай замацаваны адразу некалькі жыхароў з дзвюх вёсак района. Яна займаецца побытавымі справамі і добра ведае пра патрэбы кожнага. Работу я уже 12 лет, у меня на обслуживании 10 пожилых людей. У нас полное взаимопонимание, уважение. Все очень хорошие люди, не обижаюсь. Но они, наверное, тоже на меня. Так что я думаю, прежде всего нужно любить свою работу, и потом тогда будет все хорошо. Социальные работники приходят 2-3 раза в неделю. Значит, ну, какие услуги они выполняют? Приносят продукты питания, значит, приносят лекарства, чистят снег, убирают, помощь в доме, значит, приготовление пищи отдельным, там, конечно, гражданам. В области работают 1500 социальных работников. Каб, например, оформить за свояками такий догляд, треба звернуться у Центра социального обслуживания по месту жихарства. Катерина Балукова, Седа Каспарова, Виталь Алексеенко, Новини регион.